Снова еду в старинный седой городок, что лежит у подножья горы Агармыш, сохраняющий пыль караванных дорог, проходивших из Азии в дальний Париж. Ну да что нам теперь до историй былых, я к писателям еду, любимым своим. Свою книгу судьбы я писал с жизни их, доверяя всегда свои помыслы им. Свою книгу судьбы я писал с жизни их, доверяя всегда свои помыслы им. Да, конечно, они не святые, на Руси быть так трудно святым, но их чувства для нас золотые, их романы нам из детства родные. Паустовский и Грин в городке Старый Крым, Паустовский и Грин в городке Старый Крым. Я к ним в гости в музей захожу, словно в храм, ощущая повсюду присутствие их. Я брожу вместе с ними по горным холмам и спускаюсь тропинкой до пляжей морских. Грин учитель, а рядом его ученик, Паустовский апостол, и все мы во след. Так прекрасен всегда единение миг, когда дует саранг, валый парус надежд. Так прекрасен всегда единение миг, когда дует саранг, валый парус надежд. Да, конечно, они не святые, на Руси быть так трудно святым, но их чувства для нас золотые, их романы нам с детства родные. Паустовский и Грин в городке Старый Крым, Паустовский и Грин в городке Старый Крым. Я мечтаю, хотя мне почти 60, и мечтать в эти годы, наверное, смешно, что когда-то и внуки мои захотят посетить Старый Крым, прочитавший со мной повесть «Черное море», «Блистающий мир», «Дым Отечества», «Россыпь рассказов чудных». И для них со страниц засверкает сапфир доброты и любви свет кумиров моих. И для них со страниц засверкает сапфир красоты и любви свет кумиров моих. Да, конечно, они не святые, на Руси быть так трудно святым, но их чувства для нас золотые, их романы нам с детства родные. Паустовский и Грин в городке Старый Крым, Паустовский и Грин в городке Старый Крым.